Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сероде на ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Подбуду, вы не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет новая серичка, пацаны. Я пытался зайти с 12 часов дня до этого момента, в принципе. Сейчас 5 часов, пацаны, прикалывайте. Просто с 12 утра дня сервер был просто забитый. 500 из 500. Это просто жесть, реально. Итак, сегодня у нас будет такая благотворительная серия. Давно таких не было, в принципе. Сегодня я хочу раздать, ну, около 250 тысяч. У меня сейчас 194 тысячи. Сейчас пойду продам рыб и, по идее, будет 250 тысяч, и мы их раздадим. Не знаю, либо раздадим многим людям, либо 5 человек выберем и им дадим по 50 тысяч. Ну что ж, погнали. Блин, эти отбойники просто постоянно меняют, эти лежачие полицейские. То просто лежачие полицейские, теперь вот так вот. Я не знаю, зачем, для чего это сделано. Как бы я никогда не видел, чтобы здесь мусора стояли на постах. Так, все, мы приехали, в принципе, давайте продадим. У меня, по-моему, был сом и... черепахи. Так, сом. 30 тысяч за сома, нормально. Так, и черепахи. Так, еще 48 тысяч. Итого у нас 270 тысяч. Ну да, 250 тысяч раздадим. Ну, а 22 тысячи оставим себе чисто там на бензин, там, оплатить домик и еще что-то типа того. Так, вот я уже доехал на ферму. Здесь всегда есть, в принципе, люди. И думаю, они от деньжат точно не откажутся. От деньжат, короче. Поэтому сейчас посмотрим, кого-то найдем. Кто нам подойдет. Так, давайте я машину, ну, вот здесь паркую. В принципе, думаю, разницы нету. Так, чуваки какие-то лагучие. Так, давайте кого-то найдем. В принципе, так, вот чуваки есть. Много здесь работяг, на самом деле. Так, тут у нас есть. Так, пай, 97. 10 тысяч ему дадим, в принципе. Так, заебись. Так, давайте еще ему десяточку дадим. И еще десяточку, так. 192-й. Тоже 10 тысяч даем. Так, я думаю, нормально будет. Так, давайте ему еще дадим. Ему, в принципе, я думаю, они не откажутся от этого. Так, еще давайте им раздадим бабла. Нормально так. Так, с 92-му еще надо дать. В принципе, это деньги мне очень помогут. Ну, я не сомневаюсь, дружище, что они тебе помогут, в принципе. Потому что деньги всем помогают. Так, давайте я еще им по десяточке дам. И еще по десяточке дам. И еще по десяточке. Блин, да, это два чувака, но, в принципе... никто больше не подходит, поэтому я думаю, будет нормально. Бугатти у тебя, что ли? Да. Да, у меня есть Бугатти. Так, погнали, сейчас машина пропадет, чтобы она не пропала. Давайте еще кому-то, может, раздадим бабла. Все, я вытащил ключ специально из нее. Сейчас еще раздадим кому-то 60 тысяч, в принципе. Я думаю, найдем сейчас такого человека. И на этом, в принципе, будем заканчивать, я думаю. Так, все, заспавнили тачки, можно свое оставлять. Открытое, на ей ключей нету. Так, теперь нужно найти какого-то чувака, которому нужны бабосики. А кто это может быть? Так, 291, 251. Ну, сейчас посмотрим. Так, давайте пай, 291, 10 тысяч ему дадим. Так, привет, дружище, на тебе 10 тысяч. И на тебе еще 10 тысяч. 251, давайте ему тоже дадим 10 тысяч. Я думаю, он не откажется от этого. Так, на тебе 10 тысяч, на тебе еще 10 тысяч. И еще, и последний раз я, в принципе, раздал, точнее, 250 тысяч. Я думаю, это вполне себе нормально. Благодарю, что такой небольшой занялись, хотя у меня сумму 22 тысячи, пацаны, это все мои деньги. Но мне, в принципе, не жалко, у меня все есть, что мне нужно. А, осталось еще рыбку купить, но вроде я покупал рыбу, поэтому в этом проблем не будет, в принципе. Я считаю, что деньги нужно давать не тем, кто просит деньги, а тем, кто работают. Видите, я чувакам раздал деньги, они не забили хуй, они дальше пошли работать. Хотя я раздал двум чувакам, которые изначально были около там 80 тысяч каждому. Они могли бы пойти спокойно уже купить себе машину. По-любому они там какие-то рыжики, потому что, ну, в основном рыжики работают только на ферме, в принципе. И поэтому, я думаю, это был самый лучший вариант. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.